Привет, друзья! Сегодня хочу вам предложить вернуться в прошлое, на более десятка лет назад, в эпоху ролевых игр на местности, когда ролевики делали оружие и одежду буквально из того, что у них было дома, и пылилось на балконе. В эпоху, когда не существовало определенных требований по костюму, и был целый культ убежденных ролевиков, что главное это отыгрыш, а костюм уж какой есть. Представляю вашему вниманию фильм о ролевой игре от MG Craft Warcraft 2006 года с улучшенным качеством видео и аудиоряда.
Oh,
Однажды великий учитель Шри Путта шел по рынку и воскликнул: «Жизнь прекрасна!» Тогда к нему подошел мясник и сказал: «Почему ты так думаешь, учитель? У меня некрасивая жена, я имею мало денег, и у меня страшные глупые дети!» Учитель подумал и сказал: «Да, твоя жизнь дерьмом!» И на мясника не нашло озарений, и он подарил 1,5 килограмма карбоната. Учитель, это просто так.
мой глупый. Чувак, душа жирган длины келты. С тобой, англичанин, нас просто не сравнить. Останешься свиньёю, покуда ты короля не перестанешь любить. Англичане полны свиньи, ла-ла-ла-ла. Всем пинают их и полыни, ла-ла-ла-ла. Их котел он как коровье вымя, ла-ла-ла-ла. Эх, англичане полны свиньи, ла-ла-ла-ла. Оп-оп-оп. Дамы шотландские собаки, но вы же английские свиньи. Дамы охотливы до драки, и глотки вам будем грызть и поныне. Англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла-ла. Все пинают их поныне, ла-ла-ла-ла-ла. Их котел он как коровье вымя, ла-ла-ла-ла-ла. Эх, англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла-ла. Оп-оп-опа! Поняли намёк? Когда я спросил у брата, в чем же сила, брат? Тот ничуть не колебаясь, ответил, был очень рад. Знаешь, братец, наперед, что сила находится в том, что находится у всех у нас под килтом. Англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла-ла. Все пинают их поныне, ла-ла-ла-ла-ла. Мир котел, они как коровье вымя, ла-ла-ла-ла-ла. Эх, англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла-ла. Оп-оп-опа! Горный ветер дует рожу, и в глаза нам солнце светит, и на свиней мы не похожи, не то что англичане. Англичане полны свиньи, ла-ла-ла-ла. Все пинают их поныне, ла-ла-ла-ла. Я хотел и как коровье вымя, ла-ла-ла-ла. Англичане полны свиньи, ла-ла-ла-ла. Англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла. Все пинают их поныне, ла-ла-ла-ла. Их котел и как коровью вымя, ла-ла-ла-ла. Эй, англичане подлые свиньи, ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Песня на слезную ловлю. Кто мы? Ламля! Прихита! Никого! Все! Не можешь, сколько! Сел нахер! Первый ряд сел на колено, второй ряд прикрыл шипами! Тут, возможно, нас, но Бога!
Come on!
Когда к вам? Когда и с кем? Подожди, далеко не уходи. Я не знаю, на каких фильмах они сейчас пошли. А Харьков нет. Ребят, до свидания! Народ! Ребята! Артема! Лучше разговаривай! Комбой отправил! Италян! Так, это не пятница!
Так, босс, я думаю, это понадобится. Поехали, Нерзула! Жизнь за 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 Нерзула! Здорово! Жизнь за Нерзула! Громче! Жизнь за Нерзула! 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 Стоп! Все, земля считается оскверненной по территории вот этого всего лагеря. Как его обносить, я пока не знаю, потому что нету его. Действуют все правила чумных земель на этой территории. То есть, все.
половину. Да, да, я в космосе достал. Все остальные нет. Да. Только его убивать неинтересно. Что меня убивать? Зачем? Нет, зачем он нам нужен? Во-первых, нам он нападает. Нет, такой красивый зомби, кстати. Да, он хорошо смотрелся. Ты сам же нарекся. Его надо. А ты его? Да нет. Да блин, да. Вы боялись, что их убьют? Чем мы заняты, эй? Чего? Может, мы идем домой, а? Не-не, я огур. Ставься гном. Он у нас тот самый, суккуб. Апоссум. Поехали, да? Лайки, сколько вы здесь уже находитесь? Да. Я? А что? Кабум, сюда! Собаки, сюда! Собаки, сюда! Но, вы! Стой! Стой! Ши, тянись назад! Где кабумщики, мать ваша? Кабум! Да, неси, неси свой тяжелый, тяжелый. Да, ребят, пройти-то дайте в машину. Стой, ребята. Где Марк? А, не, вот Народ без шлемов ушли в леса, без шлемов ушли. Отошли все гнезде! Отошел! Я клянусь, пить, блядь, я буду. Мы тебя не хотим. Ребята, не работает уже граната. Давай!
Желтого его! Желтого, белая! Белая! Все, 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 хватит, хватит, хватит! Хватит! Ну, блин, прочитай! Маклауды! Олег, сюда! Я нашел его металлический шапок. Смотрите все! Смотрите все! У него такая же шапка! Только металлическая! Парень, если друг не хочет плачет, то я вам пожизнь. Есть такой вариант, но это напрыгнем на тебя. Да, 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 да! Ну давай напрыгнем на меня, я могу отойти. Так, ребят, которые с доброй, давайте быстрее, сейчас все быстро сделаем и все. Гневный куш! Стоп! Молчай! Они сейчас лезут в лес, кушают границы, все будет хорошо. Так, они сидят в зале. Копеечки чуть назад. Водиски это будут? Да. Так, Геон. Вот такого, что больше не было. Понятно? Отрывы всякой херни. Приготовились. Шагом марш. Что не убить, по ердек ему. Да, нам нужен весь.
12 едов! 12 едов! Парализованный. Трое убиты все. Да? Один парализован. И ты убитый. Даже вас могут... Нет, подожди. Они это вообще прочитаны. Они либо иммунные, либо под опыт подумают. Рихард, полно. Спеллбук мой. Народу всякого. Я у него спрашивал. Сейчас зажигал. Зажигалку. Давайте формулу. Вот по формуле здесь можно вот магия теплорода. Вот это два, потому что это теплород и магия усиливается на радиус. Это все равно это будет очень сильный эффект и заполнит огромное пространство. Так, чудесно. Так. Вот. Машина тоже уже почти разработана, но мы не проводили испытания. Вот сейчас как раз.
Ойся, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Сейчас потери. У меня достаточно сильные бойцы. Мы поляжем, да, вы нас перережете. Но мы сможем тоже вынести многих ваших. Если вы идете на штурм, вам понадобится каждый ваш солдат. Мир? Только отойдите от людей, нам строчить. Мы отойдем в сторону. Шагом! Бегем колонну подло! Отходим в сторону. Еще раз, легат! Передайте, что было сказано. Приказ паладина Льюса остановиться. Приказ паладина Льюса? Да. А факт приказ паладина Льюса, кажется, исходил от эпира. Стоп, ты не знаешь, кто это. Когда кажется, естественно. Пани, генерал, вижу. Бойцы, вперед! Кровали залив! Вперед! Вроде найдено, разрушено. Бойцы, боевой порядок, понял? Куда пошли? Генерал, да. На вас важные сведения. Внимание, по моей команде, все приятно. Да, есть. Покажи бумагу генералу. Да. Эта записка нам вылетела со стен, через стену города. Давай. Со стрелой. Позвольте оставить его себе. Оставьте. Там присутствуют войска Вольного залива? Да, там присутствуют, и ворота они открывать не хотят. Значит, мы их вышибем. У них есть, император дал им час, ну, осталось... Осталось полчаса. Осталось полчаса. Ультиматум императора был такой, что если за час... Воины уже пришли. Воины уже пришли. Становитесь в строй, бойцы, если вы желаете присоединиться. Мы идем вот так. Ну что же, мы присоединимся, пожалуйста. Присоединитесь. Пошли! После взятия 3 часа на управление силы. Передаем бой! Бэк! Бэк!
Цеху с вами есть? Ну-ка, чайся. А как о мягком готовить? Молодец, цеху с вами. Кто у вас главный? Стрелка, прикройте меня. Я. Сейчас. Мы без оружия. Вы сдаетесь? Нам нужно поговорить. Так, конкретно, с какой целью вы пришли? Ну, хотя понятно, с какой целью, по какой причине. Ты не понял, друг. У тебя два варианта. Первый и неправильный. В случае первого варианта вы сдаете город сами. В случае неправильного вы умираете, мы не сжигаем. Если мы сдаем город, что вы делаете? Под вассальным нам. Вы обещаете никого не вырезать? Сеньор Монтеки, говорят, что сеньор Монтеки мертв. Говорят, пусть говорят. Стоп, кого вы собираетесь тогда вырезать, скажем? Боевых мертвых мы не тронем. Командующий. У нас боевых-то и нет больше. Лега. Нам еще проедем. И что вы можете сказать? Блять, я не могу сказать своим воинам, что штрафить нельзя. Извините, я не могу. Я понимаю. Я передал слово. Я понимаю. Это не послушание, но я не могу так сделать. Прикрыть левый фланг, ребята. Но не стрелять, ничего. Не провоцировать. Сейчас. Не волнуйтесь, я вот так вонзался в плеть в первом ряду. Я не про то, вам легче. Я тоже через полторы минуты, примерно, а может и меньше, я дам приказ. То, чтобы делать все, что вы хотите. Слава генералу! Понятно! Все! Опять миром добавлено? Нет, всех идем вырезать. Эфирные орки лечатся. Ой. Нам надо. Он просто нет. Он извиняется. Он извиняется. Он мирный. Он просит именно разрешения. Мирный орк. После того, как мы это вынесем, пожалуйста, заходите в город через ворота. Прикрывай, стрелкам, ёб вашу мать, прикрывайте. Не, а мне надо с человеком встретиться. Мы сейчас вынесем. Гвоздями книзу, ребят. Ребята, гвоздями книзу. Так, оттаскивайте, лёгкая пехота, оттаскивайте. Стрелкам прикрывать. Нет, гвоздями книзу. Господа! Господа защитники, у вас есть 2 минуты. Лестницы напротив ворот. Быстро, лестницы, лестницы. Лестницы! Лестницы! А может лучше их просто свести ворота? Не получится, я их видел. Господа, семья Монтеки не дает открыть ворота. Я понимаю. Остальным семьям вы гарантируете жизнь? Да, да, да! Сопротивление остальных семей никто не оказывает. Убедите их куда-нибудь подеть. Лестницы приготовили! Лестницы туда! Я просто наверх не полезу. Еще двоих человек сюда! Пехота, если не будет лестниц, не будет штурма! Дайте двух человек! Давайте лёгкие! Лёгкие пехоты! Стрелкам отслеживать парапет! Сколько народу? Стрелкам!
Прикрываемся, прикрываемся. Слушай, во вторую стену уходим. Отойдите, полегче. А секундочку. Спрят можешь сломать. Иди, Денис. Ниже. Отлично, второй рядом. Второй лестницу. Я открываю. Вот так вот. Слушай меня, лестница. Разворачиваем вот так вот. Там, зацеп. Легаем. Отбираем. Одну сторону опустите. Пускай. Открывайте ворота. Взяли. Снова. Стоп. Отставить лестницу. Да я. Давайте лучше не будем. Открывайте. Отставьте лестницу. Ребят, забрать! По лестнице, блядь! Ну, давай. Пойдем наверх. Ребят, еще туда. Ребят, Ну все, короче, спрашивай. А это из Дом Королеон. Дом Капулетти, Дом Королеон. Ну что? Дом Капулетти, ваше считай, позвольте. Ну что мы играем? Ну, папки давайте. Так. А, там еще кто? Все деньги. Все амулеты, все бабки. Амулеты, вещи, имеющие игровую ценность. В смысле, игровую ценность. Естественно. Так мы все сдаете. Генерал. Да. А, мне надо дойти до помещения. Пожалуйста. Что-то генерал, отлично. Да. Ну, это... А? Нет, имейте. Господа, вы же обещали мир. Я вам ничего не обещал. Они что у тебя нет? Генерал. На воду. Там целая река течет. Сказать несколько новостей, что здесь было. Не интересует. Еще по поводу смерти не интересует. Пойдете с нами. Они украли фамильные ценности. Не интересует. Скажите императору. Пусть он занимается такими вещами. Я пришел сюда сделать, совершить его приказ. Все. Хорошо. Разговаривай, будьте с ним. Вот. Так. Кто-нибудь? Сержант такой. Займитесь тем, чтобы собрать всех глав семей, парламентеров в одно место и припроводить их в Шиву.
Уважаемый Генриха желает ли созреть свою невесту? Гусары, молчать! Венчаемые, на колени! Итак, дети, прибыли вы сюда для того, чтобы соединить ваши сердца здесь, на земле, и души на небе. Святой Свет учит вас связи между вами. Как только вы признаете связь между вами, вы должны признать, что ваше здоровье и счастье связаны с окружающим миром. Если вы желаете быть счастливыми, вы должны пробовать сделать остальную часть мира счастливой. Если вы хотите видеть мир красивым, вы должны осознать свою красоту. Если вы предаете себе, отчаявшись, став жадными или несчастными, то вы ставите под угрозу всю Вселенную, принося... Первое достоинство Святого Света – это уважение. Уважайте себя, уважайте ближних. Второе достоинство – упорство. Упорствуйте. Сострадание – это главное. Сострадайте окружающим так, как вы могли бы сострадать себе. Именем Святого Света благословляю вас. Обменяйтесь, Костя. Ура! Ваше императорское величие, благословите, пожалуйста, пожалуйста. Благословите вас? Благословляю новобрачных. На долгую и счастливую совместную жизнь! Горько! 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 Слава империи! Слава императору! А это чтоб не убежал, завис попал. Подарите билет в Ярославле, билет. От нашей палатки вашему дорогому дому Заборская ягода! Держите! Снова жизнь была сочна и какая! Ой, господи, давайте что-то шагнем! Мечтака,
Я только узнаю, где мои поместья, и мы обязательно с тобой будем сочетаться. Будем поменять. У меня печальная новость. Какая? Я никогда не смогу иметь детей. Ипать, я тоже. И мы все равно будем жениться. Мы все равно будем вместе. Ну, установим кого. Брат, женился! Добро так. Как это смешно? Выкатывай бочки. Сюда вино. Это вино. Хорошо. Нам не дали стакан стакана. Это косяк. Моча, блин.